Привет, это Струнадер. Я вот тут сейчас понял, что у меня скопилось какое-то неприличное количество, ну, для меня неприличное, 335-х форм-фактор гитар. Вот, есть и Грека, и Ямаха, и Гибсон там, и еще что-то есть, и Ямаха еще одна есть. Вот. И все они, в общем, весьма и весьма интересны. Я вообще безумно люблю телекастеры, как бы, да. Вот. Лес Полу нравится, правда, играть я над ними. И вот 335-й. Вообще, то есть, всяческая классика вызывает всегда мой живой интерес. Более модерновым инструментом я как-то так, ну, не потому что они плохие, но это просто не мое совсем. Вот. Очередной, значит, реплика 335-го, это Yamaha Super X SA900, санбёрстовый цвет, все прекрасно, все хорошо. Вот, и мы быстренько сейчас ее протестим в комбик Blues Junior, но преамп, весь преамповый тракт и все, весь перегруз будет у нас давать Mesa Boogie Formula Pre. Давайте сейчас подгоняем немножко этот инструмент. Поехали. Все ровно, все красиво, все очень хорошо отдает. А, единственные струны нафиг сразу надо менять. Вот, либо если руки не дойдут, то к тому, кто эту гитару возьмет, комплект эликсиру новенький с меня причитается. Так, давайте еще что-нибудь попробуем такой поизображать. Посмотрим, теперь драйв у нас будет лид-канал номер один Mesa. Ну, на драйве тут ситуация такая, я на нем вообще играть не умею практически, поэтому у меня звук может быть такой, я такой люблю дремучий трындец вообще. Thank you.
но такая Yamaha. То есть на самом деле мне вот с таким инструментом выступать во взаимодействии достаточно просто. Не знаю, то есть все, что мне вот хочется из нее там услышать, я при всех своих скромных достаточно навыках, у меня это получается, ну, мне во всяком случае норм. Ну, поэтому мне такие инструменты, собственно, и нравятся. Там и Грека, они все немножко отличаются друг от друга, но все, в общем-то, весьма и весьма классные. Вот, итак, Yamaha SA900 Super X, хорошая серия, уже высокая. Чем она отличается от тысячной, мне сложно сказать, но во всяком случае, вот делали, как говорят, кстати, не очень долго, года два. Состояние совершенно, ну, такое, практически без всяких коцок, сколов, вот такая сзади. Единственное, у всех Yamaha есть небольшая болезнь, это немножко становится более матовым лаковое покрытие, так написал один парень, правильно сказал, такой лак ближе становится местами, идет таким молоком. Ну, это здесь присутствует действительно, особенно если вот присмотреться там под разными углами, такие штуки есть. Вот, но это у всех Super X-ов эта фигня присутствует. Говорят, что может это с климатом связано, а может со временем, может еще с чем-то. Но во всяком случае это никак не влияет на ее свойства звуковые, и вообще с ней все хорошо. Вот у меня и на 2000-й вот здесь на голове грипп, та же история, она нормальная. Ничего в этом страшного нет. Вот, гитара в лавке, гитара обменивается, гитара продается, есть кейс к ней. Вот, и отличный инструмент. Просто отличный. Вот, а я на сим прощаюсь. Пока-пока.